Настоящая индийская имя придумать. Будешь у нас белый конь, большое копыто или паспорт, наглая твоя морда, да? Галина Ивановна, а можно без этого карнавала обойтись? Смотрите, как у меня паспорт смешно. Обхохочешься. Аж плакать хочется. Вы уже сколько с ним груши околачиваете? Хоть одного человека покатали? Галина Ивановна, что они понимают? Вот что они там понимают? Прекрасно они все понимают. Вот, обратите внимание, наш лучший сотрудник Виолетта Марковна. Пони в парке! Супер место! С Виолеттой интересно! Видел? Людям позитив нужен, Збруев. А на вас больно смотреть. Ничего. Ничего. Морды повеселее. Давай, паспорт. Веселее, веселее. Работать. Да? Веселее, повеселее. Прокачу! Прокачу! На коне прокачу! Ужас, как я есть хочу. Я хочу обратить ваше внимание вот на эти золотые часы «Дезертир». Их изысканный декор посвящен сцене из модной комической одноименной оперы Монсеньи «Полибретто Жанна Мишеля Саден». Это поистине уникальная и бесценная вещь. Витя, как думаешь, насколько эта хреновина потянет, а? Слушай, ну это статья 158, часть 4. Хищение в крупных, особо крупных, от 10 до 20 лет. Сплюнь, я имею в виду в баксах. Гражданочка, а вот эта вот штуковина, она золотая? Разумеется. И камушки у нее настоящие? Ну, о чем речь, конечно. Крутят! Прицениваемся. В смысле, осматриваемся, да? Да нет, тихонько. Тихонько. Да нет, дело стоящее. Да, надо брать. Можем хоть сейчас что тянуть-то, да? Завтра. Ну, завтра так завтра. Понял. Паспорт. Ты чего здесь один делаешь? Ну и где ж твой Дон Кихот паспорт? Опять, небось, по кустам прячется. Он просто стесняется. Да ладно, стесняется. Трус и неудачник твой, Збруев. Он скромный, добрый и честный. И, между прочим, коня своего не бросил. В отличие от некоторых. Забыл, как ты своего бонзая обменял? Бонзай был уже старый совсем. Хромал на все четыре ноги. И вообще, лошадь, служебное животное, должно приносить пользу, а он... Сам ты, Фёма, служебное животное! Вика! Вика! Ну, подожди, Вика! Надежда Дмитриевна, у вас что там, кирпичи, что ли? Да это подарочки для тебя, Ромик. Так, подарочки. На кухню. Там, Ромик, рыбка и корка. Все свеженькое, вкусное. На кухню давай, Туч. Ну что, Юлька, замуж собралась? Да, Томочка, да.
Рома! Можно тебя на минутку? Да? Да, Виктор Федорович. Рома, это что такое? Это что, сейчас модно в Москве так на стену вешать? Модно, Виктор Федорович. Ну, это, между прочим, очень крутой дизайнер делал. Дизайнер? Да. Крутой. Очень. А вы, значит, женитесь, да? Ну что ж, давай поговорим, как мужчина с мужчиной, а? Ну? Ну, а ты вообще достоин руки моей дочери, а? Ну, дизайнер, скажи мне. Ты мне ответь. Ты достоин руки моей дочери или нет? Ты мне ответь, ответь! Ну, давай! Что ты молчишь? Виктор Федорович, что? 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 Зачем, зачем вы меня... Что значит? Пап, да все, ты чего? Перестань. Ну, да. Ну, это так, это... Такое на свадьбе так, понимаешь? Выкуп за невесту. Отец проверяет жениха, чего вы? Ну, Витя, это же на свадьбе. Ну, на свадьбе. Ну, хорошо, значит, ну что? Ну, ну, отложим. Хорошо, ну. Надежда Дмитриевна, Виктор Федорович, бесконечно рад вас видеть, но... Мне пора. Стоп, стоп, куда тебе пора? А, мне нужно проверить, чтобы все было готово к завтрашней церемонии. Да, 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 конечно. Давай. Конечно. А мы тут с дочкой поговорим, а? Ну? Рома, я с тобой! Да. Доча! Доченька, доча! Ты с ума сошла, что ли, а? Как можно ребенка оставить одного? Вот я всегда все вокруг виноваты, кроме тебя. Я тебе сказала, не рассмотри за ребенка. Доченька! Ну где теперь ее искать, а? Я на минуту только отвлеклась. Да ей и минуты достаточно. Доча! Малышка! Мама! Ой, господи. Доча. Доченька моя любимая. Прекрасная. Малышка моя. Ты что, с ума сошла, что ли, а? Видишь, как ты нас напугала. Где вы ее нашли? Я там ногу подвинула, а дядя индейец спас. Это ты сама как индейец у нас уже. Слушай, сколько я вам должен, а? Нет, мне неприятно, я что, я помог. Да? Ну, тогда ну, хотя бы просто так, спасибо. Не за что. Ну да, что, пошли. Может, лучше на маленьком пони покатаемся, хорошо? Ну, зачем ты папа отпустил, а? Ну, за ручку же тебе сказали гулять все время, гулять. Ну. Малышка, ты куда? Дядя! Это лошадки. Передам. А вам, вам вот. Вы настоящий принц на белом коне, а я принцесса. А как тебя зовут, принцесса? Юлечка! Юля! Юль, ну куда ты побежала? Большое. Пойдем. Пойдем, ладно. Еще раз спасибо огромное. Спасибо. Ну чего ты у нас такая? Ну куда ты все время убегаешь? Скажи, пожалуйста. Знаешь, как ты маму напугала с папой? У мамы чуть сердечко не выскочило, между прочим. Двинуть кто-то. А это стране, что, все для нас? Да, да, для нас. Стулья, стулья расставьте везде, пожалуйста. О, шесть. Здрасте. Привет. Да, вон там, погуляй две минуточки. Мы пообщаемся пока, ладно? Хомячок-то поручил мне все красивенько обставить. Угу. Я, между прочим, еще профессиональный эвент-менеджер. У меня все готово. Так, осталось только обсудить рассадку гостей. Ну, немцев, конечно, важных гостей в первый ряд. А остальных, как скажешь. Да, вот как раз по поводу рассадки. Да. Родственников. Ну, не засунуть куда-нибудь подальше. Да нет проблем. Самый дальний столик у меня под шатер. Засунем твоих родственников. Моих родственников? Что? Папу и маму? Да, твоих. Ну, потому что они своими дурацкими шутками будут нас позорить перед гостями. Я думала, свадьба – это праздник, и должно быть весело. Юль, ну как ты не понимаешь? Ну да, это праздник, но это не просто праздник, а это свадьба, она очень важна для нашей фирмы. Я думала, эта свадьба важна для нас. Да и для нас тоже, Юля! Подожди! А мое колечко прекрасно смотрится на твоей Юле. Ведь было весело, да? После свадьбы можем продолжить. Можем прямо сегодня. Хорошо, да. Но, ну, обговорим, подумаем. Просто она сейчас опять потеряется. Я прошу прощения. Так что по поводу гостей? А, реши сама. Хорошо. Отстань ты. Привет. Привет. Я скучала. Я тоже. В смысле, мы с паспортом тоже скучали. Хорошая лошадка, умная. Да. Хочешь печеньку? Да, за ним не заржави. На. Юль, ну куда ты ушла?
Ну, а если ты опять потеряешься? У нас завтра свадьба. Ну? Завтра? Завтра. Поздравляю. Да, и тебя. Со стремительным карьерным ростом. Пойдем. Рома, ты не хочешь покататься на лошадке? Я тебя сфотографирую на белом коне. Ну, в принципе, можно. Можно. Давай. Скидка будет? За счет заведения. Одну секунду. А? Вперед, да? Забыла. Ну, давай. Есть? Есть. Давай, помогу? Не, я сам, сам. Сам. Тихо. Так. Ну, снимай. Так, стой, 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 стой. Ребята, стой, 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 стой. Ребята, снимите меня отсюда, ребята. Остановить? Не-а. Пускай покатается. Стой, стой, я кому сказал? Стой, стоять, стой, стоять! Стой, 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 стой. Помогите! Я буду жаловаться! Стой, 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 я буду жаловаться! Красивое колечко. И свадьба уже завтра. Счастлива? Наверное. Должна быть, но нет. А почему? Не знаю. Просто Ромка как-то изменился. Или, может, он всегда был таким. Но ты, наверное, очень счастлив с Викой, да? С кем? Я? Не. Я не. Не с Викой или несчастлив? Ни то, ни другое. Знаешь, Юля, я тебе хотел сказать, хотя это уже ничего не изменит. Я... Давай. Сейчас. Сейчас. Вы не волнуйтесь. Вы не волнуйтесь. Так. Давайте, я вас ловлю. Давайте, оп. Аккуратно, оп. Вот, все. 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 Мы на земле. Спасибо вам. Вы уж простите, но животное, что с него взять? Юля, пошли. Прости. А мы вам дарим 5 бесплатных поездок. Приходите, будем рады. Это что здесь происходит? Да от вас вообще никакого толку. А если он на нас в суд подаст? Ни копейки не заработали. Так мне все это надоело. Давайте, вы и ваш конь, выметайтесь. Да. Вы уволены. Идите да. Вы к чертовой бабушке. Держите ваши перья. Держите. Спасибо, конечно. Давайте, с катертью дорога. А седло-то? Но... Седло-то? Да, разверну. Что там встал? Шевелись давай! Права купил, ездить не купил. Но я этого так не оставлю. Я на них в суд подам. На него и на лошадь эту черту. А если б он меня сбросил? Ну что ты молчишь? Я, между прочим, мог ногу сломать. Тогда пришлось бы свадьбу отменять. А может, это было бы к лучшему? Что, чтобы я ногу сломал? Нет, не чтобы ты ногу сломал. Ром, давай отменим свадьбу. Ты что, с дуба рухнула, что ли? Это из-за этого дебила, Збруева. Он что, тебе нравится? Скажи честно, ты сам-то хочешь на мне жениться или нет? Только ну, честно. Юль, я тебя прошу. Может быть, раньше мы любили друг друга, но сейчас все изменилось. Да ты понимаешь, что на эту свадьбу придут все. Друзья Давида Вахтанговича, партнеры из Германии Давида Вахтанговича, журналисты. Давида Вахтанговича, партнеры из Германии, только к нам это имеет какое отношение? Да еду я, еду! Сейчас, подожди, паспорт. Сейчас я свет включу. О, давай, проходи, проходи. Паспорт. Ты посмотри, как у меня твой братан настроился. Паспорт. Посмотри, у меня вон тут Шопен. Шопен. Так, все, паспорт. Так, значит так, у меня к тебе личное дело. Значит, ты сейчас стоишь, ничего не трогаешь, ничего не жрешь,
Ты понял меня? А у меня срочное дело. Света тебе ставь. Паспорт. Все, у меня дела, прости. Енота не трогай. Родителям своим сама говори, что свадьбы не будет. Я пока машину припаркую. Мам, пап, вы где? Мне надо вам кое-что сказать. Мама, пап. Поздравляем! А ты думала, без нас выйти замуж не получится, подруга? Тетя Нина! Племяшечка ты моя любименькая, неужели я дожила до твоей свадьбы? Ну что, Юлька, хороший я тебе сюрприз устроил. Ну что, за дочку мою? За дочку, за дочку. Ура! 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 Ты что хотела сказать-то, дочь? Да, неважно уже, мам. Юля! Юля! Привет, Ромео. Че, пришел серенаду петь под окном, да? А где ж твой конь? Где коня потерял, а? Ты сейчас делаешь поворот на 180 градусов и проваливаешь отсюда в неизвестном направлении, понял? Я не к тебе пришел, я с Юлей поговорить пришел. А, к Юле пришел, да? Ну тогда давай, ори громче. Сейчас эта романтичная идиотина прямо прыгнет тебе в объятия. Давай. Хочешь, помогу? Юля! Юль, тут к тебе кто-то пришел! Ори! Ничего себе! Муравей разбушевался! Ну че ты? Ну, услышит она тебя, услышит, и дальше что? Если даже и прыгнет к тебе, и шею не свернет, но вышнет два сапога пара и оба на левую ногу. Ну, тебя из полиции сколько раз выгоняли? Ты хоть одного преступника в своей жизни поймал? У тебя же нет ничего. Зарплата с Гулькин нос. Квартиры нет, перспектив нет. Что ты ей можешь предложить, а? Что? Что? Ничего! Ничего. Иди отсюда. Какая красотища! Все, все! Отец, Витя! Девочки, скорее, скорее сюда, вы посмотрите! Где, где, где? Где? Покажите! Ой, ой, какой молодец! Рома, молодец! Лосовелу давай! Ну, а полковник мне говорит, Збруев, на тебя все надежда. Если ты гроссмейстера не возьмешь, я не знаю, кто справится. Чего, неинтересно? Слышь, как ты хвастаешься? Нет? Ну, извини. Я не хвастался. Ну что, я виноват, если у нас в отделе, кроме меня, никто нормально работать не может. Знаешь, я, наверное, пойду домой. Мы завтра с Пташкой выступаем на празднике. Надо выспаться. Пока, Збруев. Вик, подожди, подожди. Я подумал... Что ну, ты подумал? Ну что, что если... ты расскажешь мне пару романтических историй, угостишь кофе, я пройду с тобой ночь. Прости меня, это не интересует. Почему? Потому что я не хочу становиться очередным трофеем в твоей коллекции. А ты не трофей. Ты особенный. Я ради тебя на все готов. Правда? Пойдем, покажу. Куда? Пошли, пошли, пошли. О, все, все пошло.
Это моя берлога. Здесь еще не была ни одна женщина. Ты первая. Сейчас ты увидишь, какой я на самом деле. Готова? Готова. Паспорт! Привет! Что наделал, а? Ты что сделал? Так, пошел вон отсюда. Пошел отсюда вон! Чего? Это моя берлога, я хочу здесь... Твоя берлога? Да, 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 я хотел тебе показать. Хотел показать, какой ты есть на самом деле. Показал, спасибо. Паспорт! Где он? Где у него наш брат, а? Ты дебил, иди сюда. Ты меня зачем своего коня в гараж припер, а? А где ты был? А где? Что? Так, а ну успокоились! Тихо! Уроды! Ну-ка стоять! Ну стой! Где мне было оставить его? На парковке? Тихо! На улице! И не знаю, только не у меня в гараже! Так, тихо! Хватит! Значит так, по порядку. Как вообще конь оказался на улице? Да, давай, расскажи, а? Паспорта списали в прокат. Ну, я пошел работать с ним, потому что не мог его бросить. Но потом... Ну, впрочем, это уже не важно, потому что нас уже из проката поперли. Почему? Потому что мам, сын твой неудачник. Позор для вашей семьи. Не оправдывай ваших великих. Глупости несешь, чушь какую-то. Денис, ну что ты, ей-богу, ну. Алло. Давик. Как прав? Я сейчас буду. Спасибо, брат. Да не за что, иди, нытик. Да ты можешь, тихо, 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 тихо. Пора вставать. Сейчас смена придет уже. Спасибо, что приютили нас с паспортом. Да на здоровье. Что, мальчик, никак не привыкну, что ты тут теперь не служишь. Ноги сами ведут. Ты молодец, Бруев. Чего? То, что коня не бросаешь. А. Паспорт, привет. Самодеятельности. Слушаться только меня. Действовать по плану, понятно? Эй! Отпугался. Привет. Здорово. Неожиданно. Слушай, как хорошо, что я тебя нашел. Я тут хочу тебе сказать... Давай в следующий раз, а? Сейчас пишу реально. Я тебя на минутку отвлеку. Вдруг ты меня не видел. Слушай, чернющая полоса в жизни. О, смотри, крестника твоего катит. Ты же у этой девушки чуть урода не принял, да? Да, она. Привет, я тут. Привет. Билеты не забыл? Какие билеты? Они у тебя в руке. Вон, смотри, ментов сколько. Вон еще пара пасется. Кто вообще придумал на дело в день города идти? Кто-кто конь в пальто? Слышь, набери ему. Не хочу я в эту мышеловку лезть. Можно завтра или вечером. Народ рассосется, менты схлынут. Я уже набирал. Сказал, никакой самодеятельности, действуем по плану. Надеюсь, гроссмейстер знает, что говорит. 4200 родился. Богатырь. Спасибо большое, я вам так благодарна. Ты... Если бы не вы, я бы вообще до роддома бы даже не доехала. Ты что, мне приятно, что, не за что. А вы поймали привет. Того преступника? Я просто по телевизору репортаж видела, что не удалось. Это что, из-за меня?
Нет, это из-за меня. Подожди. А Воронов откуда узнал, что я тебе помог? Он же позже приехал. Он точно позже приехал. Здравия желаем. Да. Здравствуйте. Еще раз большое спасибо передай своему приятелю. За черных ферзей. Спасибо, мы тебя обязательно выиграем. Спасибо. Чемпионами будем. Да? Да. За черных ферзей. Ферзей. Ну, конечно. Все сходится. А я думаю, откуда Воронов все знает? Все знает, как будто все время рядом был. Откуда он все знает про гроссмейстера? А он сам. Он сам гроссмейстер. Я вам желаю удачи. Олег. Олег. Олег не успеет. Так, паспорт. Вперед! Прошу вас, господа, проходите. Прошу вас. Мы сегодня открываем выставку «Драгоценности дома Романовых». Я прошу обратить особое внимание на эту диадему, которая принадлежала принцессе Анастасии. Крутая штука. Ну чё, мэн? Действуй строго по плану. Я по плану действую. А бриллианты в этой диадеме добыты исключительно на территории России. Начало операции ровно через 2 минуты. Ворона! Я знаю, что это ты! Что я? Что ты гроссмейстер. Откуда такие выводы? А девушка Лиза беременная. Ты не мог ее видеть раньше. Если ты ее видел, то только как гроссмейстер. Ваша группа съемочная приехала позже. Молодец! Молодец, Дениска. Я всегда в тебя верил. Думал, только ты быстрее догадаешься. А я вот никогда не понимал. Мы вот с тобой хотели в органах в одних работать. Что с тобой стало? Ты почему преступником ты стал? Я не виноват, что я такой умный, сообразительный, неординарный человек. Не каждому это дано. Некоторые живут своей простой, обычной жизнью, как ты. Слушай, помнишь, мы с тобой пили за наши мечты? М? Вот мои, например, забываются, а твои? Так, достаточно, ты арестован. А ты что, полицейский? Мне кажется, тебя уволили, если мне память не изменяет. Ну, давай, слезай со своего буцефала, а то мне уже 6 здесь как-то с тобой общаться. Да ладно, ты успокойся, Дэн. Ну, серьезно, по старой дружбе. Это мое последнее дело, честно. Я все равно собрался закрывать свою лавочку и уезжать из Москвы. Скучного стало. Хочу поехать покорять старушкой Европы своими талантами. Дай уйти красиво. По старой дружбе. Полчаса, а потом можешь смело объявлять мне в розыск. Нет, извини. Ты арестован. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Прости меня. За что? За это. Алло, полиция? Хочу сообщить об ограблении музея, где проходит выставка драгоценностей дома Романовых. Да, именно сейчас происходит ограбление. Приезжайте скорее. Всего доброго. Шалышев, хватит жрать, ты мне всю машину загадил. Олеж, ты чего? Ну, поссорился с братом, что ты меня собак спускаешь-то, а? На, угощайся, пока тепленький. Да. Ограбление в музее. Музей ограбления? Поехали давай. Все, едем. Поехали, давай. Поехали давай. Жрать хватит и пить. И вообще не двигайся. Я ему скажу. Спроси что-нибудь. Я не знаю, прикинь.
Простите, да? Вы не подскажете, где здесь туалет? О, сейчас подскажу. Вот пойти направо, потом налево. Так. А потом еще налево. И... Подождать ты не мог, но мне правда надо. Терпи. Так, гроссмейстер говорил, нужно резать черный провод. Нет, синий, синий режь, он красивше. Ты что, дурак? Ты что, дурак ты сразу? Надо резать черный. Уважаемые посетители, просим вас покинуть здание музея. А все-таки гроссмейстер-то не дурак, а? Ограбить основную экспозицию вместо ювелирной выставки. А как там? Куда ты большую берешь? Бери меньше, а не дороже. Не, они мне нравятся очень. Они там сейчас все в панике, по стенам бегают, как тараканы. А мы незаметненько и на выхода. Паш, вот я незаметно. А ты нафига часы взял? Понравились? Понравились. Стоять, полиция! Лежать! Лежать, мордой пол! Мордой пол! Лежать! Мордой пол! Сам лежу! Лежу! Спокойно, граждане, работает полиция. У меня ничего нет. Это мы проверим. Вот сюрприз, так сюрприз, Володя. Ты нафига Ферзя не оставил? Забыл. Тихо! Слежу. Гроссмейстер. Гори! Олеж, как думаешь, что дадут? Премию или звание? А ты чего больше хочешь-то? Премию хотелось бы. Пончиками? Чего сразу пончиком? Денис, ты что? Что с тобой? А? Гроссмейстер. Слушай, короче, мы сейчас взяли двух воров, которые пытались драгоценности вынести из музея. У них был черный ферзь, фигурка. Вон они. Смотри. Я говорю вам, это не мы. Ты же черт! Ну все, хорош, все, все. Гроссмейстер, это Воронов. Воронов? Дэн, ты что, ну какой Воронов? Воронов! Тяни! Ну, ну куда ты? Тяни! Что я мамке скажу? Ах, Бруев, это меня реально уже достало. Пора с тобой кончать. Давай, попробуй. Попробуй. Тихо, тихо, лежи, не дергайся. Руки вверх, Воронов. Или лучше гроссмейстер? Давай, тихо, аккуратно, без резких движений. Терпи, знаю, больно. Давай. Стоять! Тихо! Есть.
Вот она. Диадема принцессы Анастасии. Ну что, все? Приехали, Воронов. Не отвертишься теперь. Пошли. Михаил Валентинович, Шнеллер, благодарю за вашу жизнь. Проходите, пожалуйста. Очень-очень рада вас видеть. Почетные гости. Второй ряд для вас. Отсюда будет прекрасно видно церемонию. Друзья, а вот это наши места. Садимся. Прошу прощения, эти места заняты для родственников. Последний ряд. Вам туда. Что значит туда? Проходите, пожалуйста. Так это наша дочь замуж выходит. Да, да. Что, у вас так в Москве принято? Принято, принято, Витя, принято. Там мы тоже все очень хорошо увидим. Давай, давай, давай. Там действительно все видно. Друзья, за мной. Спасибо. Проходите, проходите. Павел Казимирович, какое счастье видеть вас сегодня. Благодарю, что вы приехали. Присаживайтесь, пожалуйста, почетному гостю. Второй ряд. Посмотрите, какой вид. Наслаждайтесь. Дорогие мои! Гутен Морген! Гутен Морген, господа! Проходите, пожалуйста, проходите. Для почетных гостей первый ряд. Давид! Присаживайтесь, пожалуйста. Это лучшие места для самых драгоценных гостей. Юлия, Юлия, вернись в реальность. Я тебя прошу, хватит мечтать. Улыбайся. Улыбайся. Давай, вот раз, все. Угу. А вот это Ромео и Джульетта. Шекспир? Они женятся. Женятся. То есть невозможное становится возможным. Это наша мечта. Наша мечта стать дилерами вашей компании. Я думаю, что... Ну, как дела, братишка? Как будто у меня паспорт проживал и выплюнул. А в честь праздника для москвичей у нас есть хорошая новость. Неуловимый вор по кличке Гроссмейстер, который несколько месяцев третировал столицу, наконец задержан. С этим событием мы поздравляем нашего героя Олега Збруева. Спасибо, Олег. Олег, слушай, это прорыв. Поздравляю. Ну, ты молодец. Ценю, уважаю. Спасибо, Леонид Викторович. Поздравляю. Спасибо. На самом деле, герой не я. Герой мой брат, Денис Збруев. Это он вычислил гроссмейстера и поймал его. Да. Денис? Збруев? Ну, молодец. А я ведь, между прочим, всегда в тебя верил. Что ты добьешься, оправдаешь. Молодчина. Слушай. Ну, что у тебя завтра у нас в отделе? Одну минуточку, товарищ полковник. Что? Дело в том, что последним местом службы Дениса был наш первый оперативный конный полк полиции. Поэтому гораздо логичнее было бы, если бы он вернулся к нам. Ладно, паспорт. Поехали отсюда. Паспорт. Стой, паспорт. Куда? Куда ты пошел? Вы все поняли? Звучит музыка. Вы выходите на сцену. Дальше я говорю речь. Ну, а потом обмен кольцами. Кстати, кольца давайте. А понимаете, дело в том, что мое кольцо не снимается. Зачем вы его надели до свадьбы? Я вот, если честно, сам не понимаю, зачем она надела. Последние приготовления, да? Ну как? Юлечка, вы очаровательны. Прекрасная молодая пара. Ой, колечко что-то знакомое. Дэвид Вахтанович, мы же на тусеньке такое же покупали. Ну это подделка. Это подделка. Как подделка? Да. Извините, я могу все перепутать, только не это. Юль, позвольте вашу розочку. Ну, конечно, конечно, господа, это белоцы. Но... Нет. А именно тот экземпляр. Нет. Ну, Юлечка, разрешите, там еще внутри номерок должен быть. Разрешите. Она не снимается, у нее не получится просто снять его. А? Я все-таки похудела. А ну, проверь. Вот она, профессиональная память. Глаз алмаз. 313. Давид Александрович, вы же помните. Как такое могло случиться? Я спрошу, как такое могло случиться? Что происходит? Юлечка, скажите, где вы взяли это колечко? Рома. Я нашла его на спинке кровати.
на спинке кровати. Паршивый ты собак, Давид Вахтангович, ты негодяй. Давид Вахтангович, я понятия не имею. Давид Вахтангович, Негодяй. Собака, ты паршивая. Понимаешь, ты паршивая собака. Понимаешь? Ты не просто уборник. И еще... Денег не должен за всорванное мероприятие. А я тебе... Я тут вообще ни при чем, Давид Вахтангович! Ты иди сюда. Давид Вахтангович. Мои ноги. Ну я сказал тебе. Стой! 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 Рома! Стой! Рома, ты где? Рома! Что случилось? Тихо. Свадьбы не будет. Как не будет? Юля! Ты что? Мою дочь обидел! Я сама за него замуж не хочу! Дочь! Юля! Юля! Дочь! Ой-ой! Юля! Доча! Постой, постой! Куда ж ты пришла? Юлечка! Не туда! Паспорт поворачивай! Не туда! Паспорт нас там никто не ждет! Поворачивай! Паспорт! Думаешь, тут попробовать? Давай попробуем. Давай. Оп. Тихо, тихо, успокойся. Да ну и бог с ним. Ну бог, он нам тоже не нравился. Ну чё? Доченька моя, девочка моя, моя красавица, моя лучшая, лучшая. Мать, что это было? А ты не думай, маши. Начинается с запрещенной музыки, сборища, вечеринки, наркотики, ну и растление малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем и расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. И свою точку зрения я не навязываю.